Внеочередные выборы в Казахстане станут залогом политической стабильности и придадут новый импульс товарообороту между двумя странами. Такое мнение высказал украинский аналитик рынка нефтепродуктов Дмитрий Глумов. Следует отметить, что по итогам прошлого года поставки казахстанского сжиженного газа в Украину достигли рекордного показателя. В 2018 году мы наблюдали рекордный рост поставок сжиженного газа из Казахстана в Украину. Это порядка 273 тысяч тонн, что составляет 15% украинского рынка. И уже в 2019 году, по итогам первого квартала, мы видим дальнейшее увеличение объемов. Это около 63 тысяч тонн, что говорит о росте где-то на 70%. Как известно, что в Украине, что в Казахстане в скором времени должны пройти президентские выборы. Политическая стабильность как в Украине, как в Казахстане служит для нас гарантией и для трейдеров постоянных непрерывных поставок сжиженного газа.